раньше было развалина дорога, в ужасном состоянии, я каждый день сам на машине езжу. Сейчас молодцы сделали, сделали очень аккуратно, плавно. Дорога отличная. Ну, если бы нам еще положили пару лежачих полицейских, было бы отлично, а то теперь люди гоняют. А так вот, молодцы вообще. Я очень доволен, потому что с 2006 года я за рулем. Здесь дорога за 2006 года никогда не делалась. Яма на яме, все машины здесь вот в Уралбаре. Сейчас прям отлично.